Ну почему кондиционер весь на кнопочке на непонятном языке? Макдональдс здесь что-то называется, именно здесь называют MC Donald. Время покидать этот замечательный город. Время прощаться с Шенту. Идет дождь. Мы сейчас, кстати, поедем перекусить, и мне надо купить флешки. Ну, вот такой план. Поэтому уезжаем чуть пораньше. И, кстати, завтрак был просто ужаснейший. Это, наверное, худший завтрак, вы знаете, который был в моей жизни, потому что это был шведский стол, но на нем не было ни нарезок, не было ни фруктов, не было ни сыра, ни колбасы, не было ни хлеба, ничего не было. Было только 6 блюд, из которых мне пришлись по вкусу только 2. И это было очень печально, грустно. И я шел на завтрак с таким воодушевлением, как это делаю обычно. И просто съел лапши, съел спаржи и все. В общем, было грустно. Так что надо сейчас перекусить. Прилетел в Наньчжин, он так называется, и сейчас мне нужно ехать на скоростном поезде обратно в город Ижоу, до которого я сегодня не долетел. А вот завтра я опять возвращаюсь сюда, потому что все-таки у меня завтра будет выступление здесь. Железнодорожный вокзал. Сейчас отправимся в Лижоу. Это мой товарищ. Ну вот мы и дома. Ну почему кондиционер весь на кнопочке на непонятном языке? Что тут нажимать? 26. Вот так. Так, ну что, все вроде погладил. Собрался. Я готов выходить. Посмотрим, что там в клубе интересного. В общем, план у нас такой. Мы сейчас перекусываем и отправляемся немножко по городу, фотографируемся, а потом едем в следующий город, третий город моего путешествия, Наньчжин, так он называется. Это, собственно, тот город, в который я вчера прилетел и потом приехал на поезде обратно. Сейчас перекусываем. Я отказался от KFC и всяких International. Кстати, Макдональдс здесь что-то называется, именно здесь называют MC Donald. Прикольно. Ну вот, короче, отправляемся в город Наньчжин, а сейчас перекусываем это местной едой. Ну что-то я простенькое взял, типа мясо там с чем-то. Вот такие штуки нам сделали. Выглядит здорово. А я пока фотографии обрабатываю вчерашней встречи. Тоже было здорово. А вот и принесли еду.